Хай, Джейсы, это серия Red Advance RP Orange, это уже по счету четвертая серия. В общем, Маркус купил себе тачку, вот она. Стоп, она ж белая была. Похуй, это Advance, чувак, на все похуй. Короче, в этой серии мы отправимся за покупкой мне... номера в отеле. Маркус знает, где есть свободные отели. Я, короче, стану его соседом. И скоро я куплю себе тоже Рэмбо-мобиль. И будем рассекать на машинах уже как папки. Так, все, отправляемся в отель, да? Да. Кстати, ребят, предыдущее видео, там, где мы развели парня на аккаунт. Аккаунт ему будет возвращен. Вот я жду, пока он мне ответит в скайпе, когда он зайдет в скайп. Я ему отдам обратно этот аккаунт, потому что он... Мы, точнее, отдадим, потому что он нам не нужен. Мы на этом сервере не играем, на сам ПРП. Так что вот так. Не подумайте, что мы там кидаловы. Это лишь для того, чтобы... Уберечь вас. Да, от взлома аккаунтов. Да. Там, в общем, фишка была в том, что... Лёха, который инкогнито скинул этому пацану файл с анимками... Как будто с анимками. На самом деле это был файл... А? В кавычках говорю. Ну да, это, короче, такая фигня, которая ломает... Короче, которая... присылает аккаунт, пароль на его почту. Да. Вот так вот. Так что не принимайте никогда никакие, блин, файлы себе с анимками. От незнакомых людей. Да. Так что вот так. Это будет вам лишь только вредить. И может угнать аккаунт. Да, мы так, просто так подумали. Подлично. Мы просто подумали, так этого пацана жалко, блин. Он так играл долго в этот самп, на самп РП. А мы тут такие пришли и за один день, блин. Двоих целых, блядь. Ну да. Одного забанили. Да. Только нахуя ты это сказал? Не знаю. Не, ну один-то бич был, чё там жалеть. Задонил. Ну да. Так, а где эти отели, чувак, далеко? Здесь, блин. Я ещё сам забываюсь. Тут рядом? Вот, да. О, вот это деревуха. Военный городок, ёпта. Я живу в военном городку. 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 Городке. Куда становится список номеров? Да. Как на каком-то этаже? Я на третьем, по-моему. Третий. Свободен один номер. Подожди, сейчас я посмотрю, кто... А, да, покупаю его. Как раз, видишь, ниже меня. Седьмой. Так, регистрация. 500 баксов. Выбрать. Нажмите LAT. LALT. Для выхода из номера. Так, в общем, вот такой вот номер. 500 баксов в сутки довольно-таки... Дешево. Да-да-да. В общем, только вот, не покупайте номера на первом уровне, потому что вам будет очень трудно. Лучше вот на втором уровне купить, потому что будет у вас открыта работа автобусник, и вы сможете быстрее зарабатывать и свободнее оплачивать квартиру свою. Так, а какая тут панель есть? H-меню или H-панель? Панель. Home. А, по-моему, Enter, подожди, сыщу. Enter. Мне надо посмотреть, как пользоваться квартирой. Так, я понимаю, все, а где шестая? А, здесь пронумерованы, нихера себе. Прочие дома. Бизнес. Так, здесь... о, шестая моя. Вот дома. Так, все, я вышел. Нет, короче, никак нельзя походу пользоваться панелью. Где? Нет, все. Нет, на красную твою метку. Меню клиента. Да. Оплатить проживание, информация о транспорте. Подогнать, продать, выселиться из отеля. Можно даже продать транспорт из отеля, бля, пиздец. Оплатить проживание. Я пока за машиной. В общем, машина у вас будет спавниться за зданием на парковке.
Надо, короче, на банковский счет доложить бабло, что ли. В смысле? Ну вот я на... прописываю. На том за квартиру, там написано за квартиру. Ну, оплатить. Мне пишет, для оплаты проживания на два дня необходимо $1000. Ну, на банковском счету, вот, все, на банковском счету надо. Зачем? Ты только что сказал, что тебе нужен банкомат. Нет, надо, мне на 3 дня оплачено. Положить 1000. И пополнить баланс. Блин, а тут... Короче, надо только в этом оплачивать. В отеле, да? Да, походу. Понятно. Открывай давай. Поехали в автосалон. Я посмотрю еще раз тачку. Может быть, я какую-нибудь другую... Сколько у тебя денег? 6200. Нет, там за 6 все женщины идешь. Я знаю, я просто хочу посмотреть, какую я хочу. Еблан, еще один, сука. Может быть, я возьму какую-нибудь другую. Я вообще Majestic хочу. Это офигенная тачка. Погнали, сейчас заплатим. Здесь можно. Давай. Меню клиента, оплатить проживание. Все. Вы успешно оплатили проживание в отеле еще на 2 дня. С банковского счета снято с... Блядь, 100. 1000 баксов. Поехали в автосалон теперь, да? Да. Посмотрим на рыбу моей мечты. Точнее, надо выбрать сначала себе рыбу. А потом ее... На нее копить. Я не помню, сколько Majestic стоит. Сколько у тебя бабок? У меня вообще осталось 272. Бля. Обидка, да? Ну, сейчас, наверное, на автобусе быстро наработаем. Надо просто длинные пути брать, там, по 1000... 1500, по-моему, платят. Ну, поехали, короче, в автосалон, посмотрим сейчас, понаблюдаем, что там есть за автомобили, короче, ёпта бич, блядь. Рыба моей мечты. Стоп, сейчас посмотрю Majestic, сколько стоит. Majestic, а какие тут еще есть? Такие нормальные, чтоб... Ты как думаешь, чувак? Majestic 23 штуки. Блин. Да лучше вот это уже покупать. Тоже красивая. Месё стоит 17. Пизда мне нахуй. Какую? Вот эту. Какую? О, не-не-не-не-не. Он знаешь, на кого похож? На какого-то боба такого зубастого. Типа вот глаза, фары, блядь. Капот, это лоб такой, бля, большой. И вот эти решётки. Сколько она стоит, эта машина? И решётки, типа, рот у него, блядь. Твою мать. Сколько? 24. Блять, это вообще донатская тачка, да, на Калифе? Да. Пиздец. Блять, я бы мог бы ее купить, но ёб твою нахер. Так, какие тут райдерская тачка? Блять, райдерская, райдера. Да, но моя тоже хорошая. 19. Блин, чувак, как ты думаешь, вот, да, давай вот такой вот батл, типа, вот это вот... Тачка, в которой можно возить в прицепе парней, короче, кучу банок. Будет слетать, не надо. Ну, да, ладно. Или вот эту вот, Majestic. Не, лучше Majestic. Или вот эту. Из Лакоста. Не, лучше Majestic, конечно. Хорошо, все, будем копить, короче, на Majestic. Да? Да. В общем, на этом все, чуваки. С вами был Джеймс, это сервер Advance RP Orange, со мной был Маркус. Всем удачи, всем пока.